Ну что ж, всем, как говорится, здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, состоялась презентация новости и моего нового проекта, второго. Это невероятно красивый, технологичный, современный автомобиль Cadillac CTS2. Что хочу сказать, этот кузов неспроста был выбран. Во-первых, конечно же, это не то, что уже замылило глаз. Это не стандартное решение, которое будет иметь некоторые сложности, но я, честно говоря, к ним готов. Что хотелось бы сказать, кузов выбран не вслепую, это абсолютно очевидно. Кузов я выбирал достаточно долго, и это, наверное, не один год. Для тех, кто искренне переживает по поводу вообще в целом проекта... Сторисы закончились. В целом, кто переживает по поводу проекта, не надо переживать. Вы это самое, просто наблюдайте. Ну, наблюдайте, смотрите, знаете, в стороночки. А я поделаю и со всеми делами разберусь. А потом уже посмотрите и скажете: а, ну я же говорил. Либо скажете: а, ну молодец, получилось. Но лучше что-то делать, чем ничего не делать. Поэтому... Спасибо всем, кто искренне поддерживает, кто рад, еще раз, кайфуем просто. Я считаю, что это пушка-гонка, большое будущее у этого кузова, у этой платформы, и будем делать дела, да? А еще будут новости по поводу... Жей, в багажнике, там сзади коробка, ага. Ну, на всякий случай, о, крышечка VVT-айная. Рукава никто не захотел, поэтому мы теперь чумазые, поедем сейчас обратно в Воронеж. Hyundai Solaris. Грузоперевозки моторов, коробок. Долго, дорого и невыгодно. Мы все-таки это сделали, короче. Федос, смотри. 22-й.